Привет, друзья, посмотрим на отношения. Так, старший пятый аркан. Говорится, ой, тут выпало у нас мужчина весь такой в любви. И очень вами любуется, такой недоступный, желанный, хочет вас, с вами обладать, но немножко жадноватый, конечно, жадноватый, но выходит королем воды, значит, влюбленный, немножко жадноватый мужчина. Вы резко ему не отвечаете вниманием, а выждите паузу, и он тогда все положит к вашим ногам. Вот так.